Чемота, Твятичей привел 100 человек. Чемота, убро достанешь. Горобой от града прислал, нас 5 десятков. Слава князю Горобою. Бери подводы и переходи Рос. Понял, воевода. Выходят из 10 родов, только 6 дали ратников. Всеслав, мужилу-то ни одного человека не прислал. Свои же предали, ударили в спину, как чужие. О, колод с дозора. Ну что, счел? Тьма! Считал, считал, чуть не спятил. 1500? И еще вот один. Сколько вас? Что думаете свершать? Малых спрашивай. Потунь не моя. Ханчал кэльдыр. Ссылку ханчал кэльдыр. Ныем келесик. Накаляй копье. Три хана ведут степное войско на Русь. Хан Суника Эрмия, хан Эган Саол и хан Шамуэл Зарол. Честь родным братьям нашим, кто пришел делить вместе с нами кровавую жатву. И счастье князьям и воеводам, что не дали русской слободе ратников. Деды и отцы наши завещали нам храбрые дела. Так станем крепко, не уступим хазарам. И пусть проклянут они бога своего за то, что завел их на русские земли. Русь! Русь! Возьми, прочитай! Мал, истолкуй, по-хазарски писано. Если ты, русский хан, в силах противостоять нашему войску, становись и сражайся. Если чувствуешь себя слабее, ступай для переговоров к нам, твоему владыке, землей и водой в руках, в знак подданства и покорности. Всеслав. Тора. Хар-хар-хар! Эй! Возьми, это наш ответ хану. Рус передал, дары достойные тебе, о великий. Странные дары. Что происходит у славян? Узнать! О, великий! Они заклинают коней перед битвой. Рус смотрит на нас с презрением. И дары странные. Это неспроста. Они не боятся нас. И что-то замышляют. Сегодня начинать не будем. Орох отдает нам земля и водой. Меч воется в земле. Лягушка в воде. А птичка как лошадь. А стрелы? Они складывают оружие. Смысл этих даров иной. Они предлагают нам, подобно птице, улететь в небо.
подобно мыши зарыться в землю, как лягушка скрыться в воде. Иначе пойдем под ударами этих стрел. Эган Саул, ты перейдешь реку на восход от стана. Шамаул Зарол, ты перейдешь реку ниже и ударишь им в спину. А я останусь здесь. Чем приехал? Назары тремя полками стоят против заставы у брода. Что стоят? Вижу по дымам. А тремя ли полками? Одним ли? То нам знать все одно. Всеслав повелел всем от мала до велика в лес уходить. Помощи не ждите. Не все князья воинов дали. Мало нас. Оставьте град. Мать! Глава! Глава! Ой. Любый мой. Любый мой. А где мать? Где-то здесь. Сынок. Уходите в лес. Уходите. Нет, подожди. Да, я запомню тебе. Иди, иди, спеши. Одного в поле застигнут. Зря пропадешь. Миленький мой! Береги себя! Родненький мой! Кладу на тебя зарок. Коли нас побьют, бери иную жену. Кто в лес пойдет? Это земля наша. И не след росскому человеку от каждой беды в леса и болота хоронится. Беда большая грядет. Но негоже свой дом на поругание оставлять. Суждено вместе град удерживать. Я верю, люди добрые, Всеслав на помощь придет. Ну что ж, на том и порешим. Проползть бы надо между боками. Да времени нет, хазары идут. Вот я тебе! По что не отвел беду? Деда, дед, а вот ты сварок обронишь и не боишься? От него род наш ведем, а с родней не всегда ладишь. Успеть бы скрижали и запись родов сохранить. Пиши. Вчера князь Гробой отвекся от старшинства. Так отрекся. От старшинства. Не хочу, говорит, род свой губить беспомощной дряхлостью. Молодые пусть. За племя род стоять учится. За племя род. Записал? Всеслав! Вышла треть хазарской силы. Остальные неведомо где. Всеслав, хазары перешли Рось. Ниже Иловического кона. И на восходе от заставы переправляются. Так, ясна их воля, порознь хотят нас брать. Начать самим у нас нет сил. Хазар воинов более 3000 пришло. А мы, выходит, в 6 раз менее числом. Ну что ж, сохраним малую силу, чтоб переломить большую. К заставе отходим, как учил! Отходим к заставе! Thank you.
Осичи бегут, не приняв боя. Так бы поступил я сам, встретив большую силу. Этот Росич хан хочет сохранить своих воинов за деревянной стеной. Не будем спешить больше. Сил у славян нет. Хан Шамаол Зарол, Еган Саол, порознь возьмут их грады и вернутся. Вот и ударим по заставе всей силой. Слушайте наказ. Пиратибор, как стемнеет, бери половину войска и перехвати того хана, что пошел на твой град. А ты, Павич, жги вдоль стен по боли костров. Надо бы на хазарскую силу у заставы удерживать. Пусть этот хан думает, что здесь затаилось все росское войско. Ага. Тропу потеряли. Не шуметь. Тихо. За мной. Малуша, Малуша, быстро прячь скрижали и уводи коня. Быстро, давай. Чага! Он нарушил святое место. Перун, покарай его молнией, покарай. Молишься, молись, молись, старик. Сжечь все! Сжечь! Сжечь русских идолов! Мы готовы к штурму славянской крепости. Усе урус войска сидит за деревянным тином. Все сидят. Все, мой хан.
Татарская! Нечисть! Подходи! Торопись, сосед, едва вам успеть. Скорей. Мать, не пойду я без тебя. Матушка, ну пожалей себя. Я остаюсь. Матушка, сказано тебе безголовой. Ступай, родная, ступай. Внучка моего сбереги. Скорей, давай, скорей. Тише, тише. Тише, сыночек, тише. Ай, коли ход прочно забили, им не услыхать. А плохо заделали, и без голоса найдут нас. Что это? Дом сгорел и упал. Другому нечему быть. Все завалилось. Теперь нам отсюда и не выбраться. Выбираться надо. Пропадем мы тут напрасно. Задохнемся. Наверх думаешь выйти? Нет. Град к хазарам? Нет. Через вал надо. Наружу. Не плачь. Не плачь, мой хороший.
Ангара, от Ангара! Пока хан раздумывает, пойду на помощь Ратибору. Заставу же нашу оставлю на тебя. Тара! Хана бери! Ратибор, прикрой! Хазарам оказать почесть размычкой. Молчи, глупый. Детей сберегли росских от хазарских стрел. Род живет. Молчи. Thank you.
заставе! Они погибли, как погиб хан Шамел Заро и все, кто был с ним. Я все сказал. Все легли. Все, мой хан. Ты лжешь. Трус. Бежал от первого взмаха славянской сабли. Я не лгу. Прочь! Хазары подготовились к штурму крепости, но, похоже, уходят. Всеслав! Всеслав! Урус! Эй, Урус! Эй, Урус! Хан вышел. Ходи к нам! Они без оружия. Выходи! Урус! Малх, пойдешь с нами. Ходи, ходи! Послушаем, что скажут. Мой хан могущественный и славный по имени от предков Суника Эрмия хочет говорить с вами. Я Суник Эрмия. Желаю уйти обратно в щепь. У меня нет зла на вас. Я вам дурного не сделал. А лестницу к чему готовил? Я изменил намерение. Хочешь уйти без боя? Иди. Мы рады решать все миром. Сдай оружие. И поклянись Богом своим, что ни ты, ни дети твои, ни внуки никогда не придут на эту землю со злом. Без оружия в степи нельзя. Я не знаю, чему вразумят боги детей и внуков моих. Без воли Бога ничто не совершается. Но по своей ли воле вы напали на нас, или по воле вашего Бога? Нам ведомо, не бог, а ромеи посылали хазарам послов. Мы, хазары, общаемся со многими, а общаемся с иеромеями. Теряет лицо тот, кто разглашает слово, доверенное ему. Другие ханы вошли из степи в лес, и волей бога там погибли. Нашей волей перебиты твои братья, не волей твоего бога. Вы напали на нас, разрушили наши грады, побили людей. Вы пожгли образы наших богов, Всеслав! Он же не клянется, что не придет больше со злом! Я дам тебе выкуп. Полководцу Басилевса дают нам выкуп, и мы уходим с миром. В этом нет бесчестия, в этом слава. Ты хитришь, хан. Хитришь. Ты пришел сражаться. Будем сражаться. Я сделаю все для того, чтобы каждый из вас запомнил и передал другим. Не ходи на Рось. Там живет хазарская смерть. Thank you.
Сеслав, сила у хана еще есть. Сила примерно равная, один на один. А степь-то сухая. И ветер за нас. Да, Ярила нам в помощь. Дубок, иди впереди хазар по степи дальним дозором. Засыпай колодцы и источники. А ты, Ратибор, пусти вслед хану красного петуха. Ближнего боя не принимать! Слухи доносят молву о каком-то князе Всеславе. Этот славянин разгромил нанятых нами хазар. Если он объединит варварские племена, подданство севера будет исключено. Объединить варваров невозможно. Я слышала, что славяне вообще не признают никакой власти и питают ненависть друг к другу. Ну? Я намерен послать надежного человека к варварам. Надеюсь, он поможет нашему делу. Мы теперь росичи! С вами! Слава тебе! Слава победителям! Слава! Слава! Хазары урчали под нашими градами. Они зверели от запаха нашей крови. И нет их боли. И за это слава тебе! Слава тебе! Слава! Слава! Вашему князю послание от императора. Оставь, поранит. Зверюга, полюбил я тебя, Всеслав. Узнав тебя, воевода, я увидел в тебе качество великого полководца, правителя народа. В империи меньше люди, скажу тебе прямо, искали диадему Базилевса, брали ее. Твои князья на Росе несправедливы к тебе. Ты разбил хазар, освободил свои грады. И до сих пор простой воин, а не князь. Ты предлагаешь мне сочувствие. Какое? В чем? Дом. Садись. Ратибор, угощай гостей. Стало быть, империя предлагает помочь мне или славянскому делу? Мы, ромеи, всегда готовы помочь доброму соседу восстановить справедливость. А мне казалось, что у вас много забот и без нас. А Базилевс, как мы слышали, больше мечтает о пополнении казны. И внесении смуты между соседями.
Нет. Нет, нет, империя всегда хотела и хочет прочного мира и дружбы со славянами. Наши купцы издревле торгуют с вами? У нас нет дружбы с хазарами. Даю слово, это правда. Хазары жестокие и продажны. А твое имя теперь у всех на устах. Базилевс желает получать от тебя воинов. Нам нужны хорошие воины. Тебе будут щедро платить. Благодарю. За дружбу, дружба. Но у нас своих забот много. Так ему и передай. Желаю испить с тобой чару вина. За нашу дружбу и вашу блестящую победу. За победу! Прими от Базилевса. Это тебе и твоим людям. По слову древних язычников, любимцы богов умирают молодыми. Желаю тебе, нам, пусть судьба вовремя прервет нить нашей жизни. За победы! За победы! За победы! За победы! Прими эту чару в дар, в знак уважения и любви. Где ждите новости, большие и неожиданные? Почему ты лежишь? Вставай! Встань! Пойдем! Ты воин! Конь ждет тебя.
земля наша. Воинов кормит не для мести, а для защиты. Отмстим за смерть Всеслава! Должно все миром решать. Не проливать ничьей крови. Зла прощать нельзя! Нельзя! Нельзя потакать врагу! Прощение ромеи могут истолковать как нашу слабость. Велика у ромеев земля. Они все к нам лезут. Ради детей и внуков наших предъявим ромеям свою меру. Даю тебе людей. И я даю. Веди нас! Веди! Веди! Ценю доверие, князья. Ну, коль мир зависит от ромейского владыки, к нему и пойдем. Ночью отправишь гонца в палате, доложишь, славяне в количестве 3000 все конные нарушили границу. Но их значительно меньше. Чем их больше, тем дороже цена победы. Мы получим много золота, если раздавим варваров. Соображай. Нам надо продержаться только 10 дней. 10 дней войска Велизарии будут здесь. Голубь! Иди, потолкуй с предводителем варваров. Ты понимаешь, о чем я говорю? За мной! Разжечь костры! Ратибор! 12 сотен переправились! Коней беречь! Смотри, кто перед нас заметили! Пусть чума, голод, но варварам не войти в крепость. Ратибор, к нам посыльные из крепости. Я Рекилла Голуб. Вы нарушили священные границы империи. На вас падет меч возмездия. Ну вот мы и хотим поглядеть, как вы держите этот меч. Варвар, тебя, наверное, интересует золото. Располагайте здесь как друзья, а через 10 дней придут люди и одарят вас. А пока я могу дать по одной монете на 5 человек. Сколько ты привел с собой людей? Торгуешься. Не хочешь? Учти, что священный гнев Юстиниана испепелит вашу землю и кровь. Ты узнал меня, голуб? Торжок остров. Ратибор. Ну так вот, Ратибор, запомни, что еще никто не мог одолеть этих стен. А другого пути в империю нету. Завтра в полдень ты откроешь ворота и пропустишь моих воинов. Иначе мы сами войдем в крепость. И каждому по 10 золотых за победу! Раздавим этих варваров! Ника! 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 Ромей сказал, никто не смог одолеть этих стен. Задача. Никто, кроме нас. Высоко. Пожалуй, со стороны моря они нас не ждут. Вот я и пойду по этой скале со стороны моря. Иди. И пойду. А что? Иди. И попробуй пробиться к воротам. А я их отвлеку. Thank you.
Ну и тупые! Они хотят этими жердями протаранить даже стены, а? Дурачье! Дикари, не познавшие красоты! Ну, ползите сюда! Ползите на стену! Ратибор! 12 сотен прошли через крепость и двинулись на Константинополь. Ждем тебя! Оставь нас. Ну вот мы и встретились. Ты, слуга своей империи, щедро посеял зерна ненависти к ней. Посев зашел. Ты был у нас в гостях. Теперь мы пришли. Ваша победа. Она же ничего не стоит. Молись перед смертью. Как у вас принято. Вспомни и отравленного тобою воина Всеслава. Пощади. Я богат. Сколько ты хочешь? Империя вечна. Она все равно раздавит вас. А я тебе еще пригожусь. Числом стали мы против большого войска, так не посрамим земли славянской. Ляжем тут костьми. Мертвым нет срама. Варвары обезумели. Они готовятся к смерти.
обретя славы, мы дорого заплатим за победу. Такова воля императора. Выполняй приказ. Хорошо. Начинаем. Иди и сразись с любым из них. Почему я? Тогда бери войско и побеждай. Это не мое искусство. А мое искусство — сохранить армию и ее достоинство. За этим отрядом варваров идет 1000! Божественные войска Велизария преградили дорогу варварам и готовы были дать сражение, но поднялась буря. О, наемники начали роптать, и Велизарий изменил решение. Почему? Помоги ему. Возможно, Велизарий счел, что нам, людям со здравым умом, ни к чему испытывать на себе безумство людей, отчаявшихся в жизни. Появление варваров может вызвать за собой новые волны. Велизарий смелый и опытный полководец, но он, видимо, считает, что сейчас наша победа состоит в том, чтобы враг ушел. Да, дела, как говорится, на острие бритвы. Но если варвары прорвутся, их могут поддержать восставшие рабы и горожане. С моря мы защищены. Через бухту протянута цепь. Укрепляются стены и башни. Божественные, я не думаю. А пора бы. Иоанн! Что ты хочешь предложить нам? Нужно навсегда лишить славян смысла похода на Константинополь. Любым эдиктом не допустить варваров к стенам нашего города. Отношение Юстиниана к северным славянам породило бурю, которая потрясла основы империи до самых ее вершин. Несколько дней войска Велизария и славян стояли друг против друга, не принимая боя. Кто здесь славянский князь? Базилевс Юстиниан поражен твоей храбростью, славянский архонт, и восхищен. Велено вручить тебе эдикт о мире и дружбе. Да умиримся с тобою, Росич, и возлюбим друг друга от всей души. Сколь будет нашей воли, не допустим случая, чтобы кто из наших подданных учинил какое зло или какую вину. Всеми силами постараемся во всякое время и во веки веков сохранить любовь с вами и мир, утвержденные клятвами нашими, нашим словом и этим написанием. И мне велено передать, что враждовать с вами империя не собирается, а посему мы готовы уплатить вам на границе дань. Предложенный мир, а также клятву, утвержденную этим написанием, мы принимаем. Идем на Рос! Расступись! Пропустить варваров!
Тора. Хар-хар-хар! Эй! Возьми. Это наш ответ хану. Рус передал. Дары достойные тебе. О, великий. Странные дары. Что происходит у славян? Узнать! О, великий! Они заклинают коней перед битвой. Рус смотрит на нас с презрением. И дары странные. Это неспроста. Они не боятся нас. И что-то замышляют. Сегодня начинать не будем. Орос отдает нам землей и водой. Мать! Глава! Глава! Ой, Любый мой, Любый мой. А где мать? Где-то здесь. Сынок. Уходите в лес. Уходите. Нет, подожди. Да, я запомню тебе. Иди, иди, спеши. Одного в поле застигнут. Зря пропадешь. Миленький мой! Береги себя! Родненький мой! Кладу на тебя зарок. Коли нас побьют, бери иную жену. Кто в лес пойдет? Это земля наша. И не след росскому человеку от каждой беды в леса и болота хоронится. Беда большая грядет. Но негоже свой дом на поругане оставлять. Суждено вместе. Грату. Меч воется в земле. Лягушка воды. А птичка глошит. А стрелы? Они складывают оружие. Смысл этих даров иной. Они предлагают нам, подобно птице, улететь в небо. Подобно мыши зарыться в землю. Как лягушка скрыться в воде. Иначе пойдем под ударами этих стрел. Эгансаол, ты перейдешь реку на восход от стана. Шамаузарол, ты перейдешь реку ниже и ударишь им в спину. А я останусь здесь. Чем приехал? Хазары тремя полками стоят. Против заставы у брода. Что стоят? Вижу по дымам. А тремя ли полками? Одним ли? То нам знать все одно. Всеслав повелел всем от мала до велика в лес уходить. Помощи не ждите. Не все князья воинов дали. Мало нас. Оставьте град. Да
Да чему-то, отвятичи, и привел 100 человек. Чему-то, у брода станешь. Горобой от града прислал, нас 5 десятков. Слава князю Горобою. Бери подводы и переходи, Рось. Понял, воевода. Выходят из 10 родов, только 6 дали ратников. Сеслав, мужилы-то, ни одного человека не прислал. Свои же предали, ударили в спину, как чужие. О, колод с дозора. Ну что, счел? Тьма! Считал, считал, чуть не спятил. 1500? И еще вот один. Сколько вас? Что думаете свершать? Малых спрашивай. Потом не моя. Ханчал Кельдир. Ссылку Ханчал Кельдир. Меням Келесик. На коллега пью. Три хана ведут степное войско на Рось. Хан Суника Эрмия. Хан Эган Саол. И хан Шамуэл Зарол. Честь родным братьям нашим, кто пришел делить вместе с нами кровавую жатву. И счастье князьям и воеводам, что не дали Росской слободе ратников. Деды и отцы наши завещали нам храбрые дела. Так станем крепко, не уступим хазарам. И пусть проклянут они бога своего за то, что завел их на росские земли. Рось! Рось! Возьми, прочитай! Мал, истолкуй по-хазарски писано. Если ты, русский хан, в силах противостоять нашему войску, становись и сражайся. Если чувствуешь себя слабее, вступай для переговоров к нам, твоему владыке, землей и водой в руках, знак подданства и покорности. Всеслав,